Привет, мои любимые подписчики! Я решила допройти этот ивентик и как раз-таки собрать новые бесплатные волосики в этой игре. Если хотите получать еще больше бесплатных вещей, тогда обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик на моем канале. Совсем скоро я выпущу еще больше бесплатных вещей, поэтому не забудьте поставить как можно больше лайков. Перед началом данного видеоролика я бы вам хотела посоветовать очень классный сайт по покупке робуксов. Только здесь вы сможете купить робуксы выгоднее, чем где-либо. За 100 робуксов вы должны будете заплатить всего лишь 45 рублей. Это очень выгодно, поверьте. Поэтому обязательно переходите, также можете почитать положительные отзывы в группе ВКонтакте. Здесь также есть множество интересных постов и, конечно же, очень выгодные робуксы. Ссылочка на сайт и на группу ВКонтакте будет в описании и в закрепленном комментарии. Обязательно переходите. Ребята, я уже переместилась на ивентик, про него я уже снимала. Здесь мы с вами получали 4 бесплатные вещички, включая очень классные волосы. Поэтому теперь я зашла, получается, третий день подряд, чтобы собрать еще 50 снежинок и получить эти клевые волосики. Поэтому сейчас я собираю снежинки, которые мне понадобятся для того, чтобы получить волосы. У меня тут немножко сломалась машина, и вроде как все время работали, а теперь они немножко не работают. Давайте себе заспавним еще одну машину и еще тогда соберем снежинки, чтобы теперь уже получить бесплатные волосы. Я не знаю почему, но сейчас эти машины не работают. Это очень странно, потому что до этого не работали. Но сейчас я заметила, что слева я уже получила бесплатные волосы. Мне уже пришел бэджик, и получается, прямо сейчас я могу их себе примерить и посмотреть, как они на мне будут выглядеть. Поэтому давайте ждать загрузочку. Я перехожу на свой аватарчик, нажимаю мой профиль, и давайте примерять как раз таки эти волосы. Смотрите, они называются как бы зимние волосы, поэтому давайте их себе оденем, снимем мои те волосы и посмотрим, как они будут на мне выглядеть, вообще стоит их получать или нет. Но мне кажется, очень классно, потому что они выглядят как донатерские, они очень красивенькие, я думаю, они могли даже бы стоить за робуксы. Но видите, разработчики решили их делать те же бесплатными, чтобы мы ими могли попользоваться и порадоваться таким классным бесплатным вещам. Поэтому я пока жду загрузочку, и вот, ребятки, посмотрите, какие это у нас волосы, они, в принципе, прикольные, мне очень нравятся. Тут классно сделано, видите, получается, внизу они прямые, а сверху они немножко, получается, как бы кудрявые. Поэтому очень такие прикольные волосы, я думаю, для разнообразия можно получить. Обязательно заходите в Roblox и проходите этот вентик, получаете бесплатные волосы, и напишите в комментариях, понравились они вам или нет. Будет интересно узнать ваше мнение. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when